община Свято-Веденского храма очень-очень благодарит Илью Николаевну за ее помощь, за те финансы, которые были выделены на благотворительную акцию, которую мы проводили в нашем храме по посещению деток ДЦПшников, деток инвалидов. Благодарим людей, те, которые собрали финансовую помощь на концертах Славянской. Дай Господи всем здравия, долгоденствия, помощи Божией, что и благодарность за то, что поддерживаете в это нелегкое время деток и всех остальных людей, которые нуждаются в этом. Спасибо огромное жителям Сергиева Посада, города Москвы, которые присутствовали на концертах нашей знаменитой певицы, исполнительницы духовных песен Юлии Славянской, собирали денежные средства. Вот на эти денежные средства мы проведывали деток и еще дальше продолжаем кормить деток и женщин, стариков нашего Донецка. Помогаем.